Но не может армянская сторона прожить без стенаний и плача. Никак. На этот раз причиной причитаний и крокодильих слез представителей многострадальной нации стал запрет на поиски тел, расформированного путем полного уничтожения оккупационного контингента вооруженных сил Армении. Напомним, уничтоженных на территории Азербайджанской республики во время военной интервенции. Каждый раз, когда армянское общество начинает лихорадить от новых манипуляций собственных властей, как это сейчас происходит с предложенным пакетом изменений в законодательстве, или срочно необходимо спасать силовые ведомства от люстрации, СМИ Республики Армения, словно по указке, достают наидревнейший платок плача и рыдают в него всеармянским миром. По словам помощника президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева, по окончании боевых действий азербайджанская сторона при содействии Международного комитета Красного Креста уже передала Армении около 1200 тел. На данный момент еще об останках 1355 найденных на освобожденных территориях Азербайджана армянских солдат заявляет МЧС Армении, который смело называет персонал своих поисковых групп, смешанных с родственниками, а может и нет, пропавших без вести, некой государственной службой по чрезвычайным ситуациям, подчинении МВД несуществующей формации. Мало того, воющие о вопиющей несправедливости армянские СМИ продолжают писать исторические азербайджанские топонимы в районе поисков на свой, недавно выдуманный и режущий слух лад. Так и хочется сказать, для начала найдите эти места на планете, а уж потом что-то требуйте. Абсурдность картины армянского бытия и вселенских претензий создает огромную почву современной психологии для изучения. Но тут даже самый компетентный специалист наверняка потеряет голову. Получается, что вчерашний оккупант, совершенно не желающий мириться с реальностью, требует у хозяев территории, топонимы которой заменяет на свои переиначенные, дозволение проводить поиски службой, которая в подчинении фактически несуществующей формации и органов. Это при том, что с самого начала войны азербайджанская сторона неоднократно соглашалась и придерживалась правил гуманитарного перемирия, а армянская его мгновенно и в кровавой форме террора нашего мирного населения нарушала. Теперь о главном. Постконфликтное обустройство на освобожденных территориях Азербайджана связано как с проблемами разминирования огромных рельефных площадей, так и созданием новой дорожной и коммунальной инфраструктуры. Проводится работа по очищению упраздненной 27 сентября масштабной линии соприкосновения и возведению новых объектов оборонного и важного стратегического назначения. Оставаясь приверженной общечеловеческим ценностям и национальной чести, азербайджанская сторона продолжает передавать останки армянских террористов, найденных на местах проведения вышеуказанных работ и миссий. И это несмотря на то, что уже после подписания мирного соглашения оставшиеся в окружении армянские террористы пытались совершить несколько диверсий, повлекших потери среди личного состава вооруженных сил Азербайджана и ранения гражданского населения. По эксклюзивной информации, полученной из наших источников, армянская сторона все еще отказывается указывать места захоронения или нахождения пропавших без вести военнослужащих Азербайджана, погибших в направлении гряды Муров в северном направлении карты боевых действий. Время года, жесткие погодные условия, высокогорная местность, а главное, нашпигованная минами огромная территория продолжают создавать проблемы для поисковой миссии. Поэтому было принято справедливое решение запретить армянской стороне проводить поиски тел на нашей территории. Армянской стороне наконец-то следовало бы понять, что краткосрочное присутствие на территории Азербайджана сомнительных персон в составе поисковых групп, которые не желают или не могут заставить свое капитулировавшее военное руководство поделиться картами минных полей, а собственные СМИ хотя бы на время заткнуться, автоматически становится нежелательным. Путь к трупам армянских солдат должен начинаться с архива Генерального штаба Вооруженных сил Армении, проходить через год сочувственного и уважительного молчания армянских журналистов и терпеливого ожидания родственников погибших. Ведь азербайджанская сторона все еще продолжает очищать от ваших мин заснеженные территории, на которых за 30 лет так и не появилось дорог.